Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Даша и Артур. Привет. Мы продолжаем играть в Лего Властелин Колец. На чем мы остановились, Даша? Давай, у тебя память хорошая. Нет. Я не помню вообще. Короче говоря, орки вон из Мордора такие. Это заставка. Не, ну это прикольная заставка. И все такое из Лего. Круто. Круто. Подожди, это... А, да. Все, хорошо. Так, продолжаем. Сейчас будем вспоминать прогресс 18%. Мы играли 25-го, сегодня 31-е. Офигеть. Вот. А я вообще не помню. Вообще, на чем закончили? Да сейчас разберемся. Высокие персонажи могут бросать Гимли в поврежденные лего-плиты, недоступные для него. Хорошо. Лори. А где Кал? Какой Кал? Кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, когда там выходит новый сезон, то есть вторая половина третьего сезона The Walking Dead. В феврале. А когда в феврале? Ну, только числа я не помню. А все равно напишите, потому что никто не помнит, никто не знает. Во время рыбалки нажмите указанную кнопку, однако. Это сжимающая окружность, ты понял? Ладно. Фу, как это пошло. Это ты пошлый. А что так долго грузит? А, это же всегда, когда запускаешь игру, она грузит именно так долго. Угу. Я, кстати, сегодня карту видел, там карта Европы переделанная так, и там все страны там из Франции Гондор сделали, из России там. Ух ты. Так. А, тебе нужно включить контроллер. Ну, как обычно. Та-да-да. Я этого не делаю никогда. Тан-тан-тан. Нажмите кнопку старт. Да все. Так, и нам сказали в комментариях, спасибо, добрые человеки, что режим разделенного экрана можно поставить по вертикали. И все. И теперь у нас камера не будет сходить с ума. Самый эпичный момент. И это после того, как мы прошли половину игры. Какую половину? Мы уже все почти прошли, наверное. Хотя нет, мы же сейчас... Что было? Что было? Я не помню, что было. А, мы убежали вот из этого. Как он назывался, вот этот город? Где тут еще летал Назгул и пытался нас схватить. Я вообще не помню, что, не понимаю, что ты говоришь. Капец, короче. Мне нужен голым, я полез. И мне норм. Ух ты. Серия будет называться «Залипая непонятно где», потому что я даже не понимаю, где. Смотри на меня. Там чувак, и он хочет дать мне задание. О, мне туда и нужно было. Кол. Короче говоря, мы к Минас Тириту пришли, похоже. Хотя, подожди, как мы хоббитам могли к Минас Тириту прийти? Подожди, хоббиты бежали из Азгилета. Ну. По-моему, бежали. И сейчас они пойдут по пещерам через тайные тропы. А, подожди, мы в прошлый раз прошли вторую часть фильма. Вот в третья уже. А, точно. Return of the King in theaters from December. Кроет. Хоббитис. Сэм всегда, по-моему, самый здравомыслящий, да. Этот вообще тупой, он там чуть ли не убивает его такой. Угу. Ты просто не любишь его. Я Сэм. Так, я пошел вглубь. Я такой комментарий прикольный прочитала, типа. Фу, они такие лохи. Собирают монетки, те, которые серебряные дают 100. А те синие и золотые пропускают. Ну и ладно, конечно же, они дают всего лишь одну тысячу и 10 тысяч. Ну да, мы такие, да. Нам не интересно собирать правильные монетки. Мы собираем неправильные. Как в рыбалке. Интересен сам процесс. Так, тут это нужен... Мы как рыбаки спортивные, то есть которые ловят рыбу, отпускают. Нам точно так же. Не важен результат, нам главный процесс. Ух ты. А я? Малыш, я же лучше собаки. Ой, он так прикольно управлять, он прикольно. Ага. А? Где я? И залипла. Где я? Я упала. Как ты могла? Так, ну хватит, ну люди не поймут. Лори. Оп. Убей Шейна. Ты убил Шейна, как ты мог? Монетка, вот эта монетка. Вот, смотри, сюда Гимли нужен. Вот. Ты подожди, ну, мы пойдем куда-нибудь, подожди, нет? Или мы залипаем опять? Нет, я рою. Отрой что-нибудь, пожалуйста.
Где я? А что такое? Ну, я только всего лишь отвлеклась посмотреть, где находится кнопка кружок, и я уже упал. Что было бы, если бы они убили голума? Так, я собрала... Что это? Собрала я. Вот тут еще можно, по-моему, собрать. Вот тут смотри, вот здесь вот у нас есть... Нет, это не то место. Что ты делаешь? О, я ломаю. Я вообще последние 5 минут не понимал, что происходит. Ты тут все сделал. Я нашла камень. Я раскопала камень, хотя тут камней вообще нет. Видишь, вокруг камней просто нет. Ну, окей. Что дальше? А теперь мне надо вот так вот сделать. Раз. Чик. Я что делаю? Себе на голову уронил. А ты туда иди. Куда? Наверх. Да, блин, я не могу забраться. Где? Что тут еще? Что тут? Ой, я только от управления, капец просто. А, туда нельзя. О, смотри. Монетки. Тут ничего нельзя. Туда идти я тоже боюсь. Здесь нужно что-то дособрать. Это, видимо, нужно как-то... Подожди, что я делаю? Освети там. Ну, я осветил. Ну, дальше ты что? А, вот. Теперь ее еще дальше ломать можно. Хорошо. Оп. Ах, как же я косая, господи. Да, да, я проблема. Не отрицаю того, что я косая и туплю, поэтому это нормально все. Никто не идеален. He doesn't metal. О, смотри, что там снизу понасыпалось. Как ты туда перепрыгнул? Ты все, уже не нужен туда, спрыгивай. Пока ты втыкала. Уже все готово. Теперь я полезен. Капец. Я уже оттуда скинул все, что мог. Лестница. Ля, лестница. Ля! Блин. Тёма и Гриша неплохо на нас влияют. Да. Может, его надо сдвинуть? Я чего-то не понимаю в этой жизни. Смотри. Вот это надо сломать, из этого что-то построить. По-любому. Да. Я так и знал. Нет? Нет, блин. Я, главное, так и знал. А если я туда пойду все-таки? Тут. О, смотри, меня начинает крыть. У меня здоровье начинает убавляться. Ну это нормально. Ну это нормально. Так. Ой, короче, как обычно, нужно все сломать, и потом что-нибудь-то получится. Да. Это чтоб не произошло так, как тогда, помнишь? Ну, да. Никогда не вспоминай про тот раз. Нет, не хочу. Вообще. Это то событие, о котором мы не говорим. Это был просто позор всем. Около моря мы бегали 40 минут. Мы их все вырезали. Вы не видели нашего позора. Черт, по-моему, я только что проговорился. Так, что подожди. Что-то колесо. Вон туда может Леголас стрельнуть. Ой, я не понимаю, что мы тут делаем. Ты сюда заходил? Да. И что это? Сейчас посмотрим. Так ты сказал, что заходил. Ну, заходил, но мало ли. Ну, я посмотрю. Ну вот. Ну. Ой, господи. Не, ну тут же я без тебя был, поэтому я не мог ничего делать. Правильно. Кошмар. Да ладно. Я открою свой канал. С Блэкджеком и шлюхами. Да. Ой, простите. Так, смотри, а что мы делаем? Чик. Сейчас мы его повернем. Уйди отсюда, тебя кроет, когда сюда подходишь. Так, ее нужно. А не в ту сторону ты крутишь. Ее в одну сторону крутить можно только. Отойди. Зачем ты мне мешаешь? Мне кажется, ли мы ее сломали? Что происходит? Меня убили. Я убилась. Не иди туда, не иди. Ладно, неважно. Так, что это в итоге нам дает? Для чего мы это сделали? Вот, для чего. О, прикольно. Что ж ты делаешь? Ты же убьешь кого-нибудь так. Уйди отсюда, говорю, ну. Окей. Уйди, не мешай. Это тоже для меня. Короче, потихоньку, ну, посмотри. В принципе, все как в жизни. Как, в смысле, как в фильме. Ну, ты не наговаривай. Все, Сэм. Нет, я не про то, я спалился. Говорю, Сэм все делал за Фродо, и это было нормально. Я обожаю эту игру. А, я куда-то упал. Блин, я ненавижу эту игру. Вот, ну что бы ты без меня делала? Да действительно. Че? А, мои монетки. Смотри, у меня 19 тысяч, а у тебя... Все, я пошел. Мы сделали это.
Ну, это было довольно просто. Если бы ты еще... О, круто, круто, круто. О, прикольно. Угу. О, блин, красота. О, пошла армия. И тени отрисовались. Это было круто. Технологии 21 века. Где она? Вот это вот, блин, я что-то так хочу фильм пересматривать, все три части. Смотрим. Так еще во время было. У нас еще Звездные войны были. Я вчера до 3 часов ночи зомбию писал. Как так можно? Все никак. Если б не я, писал бы, наверное, до завтрашнего дня. Факт. А? Спокойно. А, вот я. Спокойно. Я такой замаскированный. Не, мы сейчас точно к Шеллоп придем? Я не хочу идти к Шеллоп. Я ненавижу пауков. А я люблю. Все детство просила, мама, купи мне птицееда. Она не купила. Слава богу. Зачем ты это делаешь? Прекрати. Я здесь над пропастью просто вешу. Я не по приколу. Там, посвети туда. Че тут? Голому бери. Так, одну из пяти. Хоть надо кости это самое вот, бери голому. Пособирать. Бери голому. Давай что речи. Я, бери ты. Сам нет, ничего он, не делаешь. У меня светитель. А, ну вон там будет стоять со светителем, не переживай. Японский городовой. Ой, я не хочу сам был. Ух ты. Прикольно. Смотри, как я делаю. Так, я уже ползу. Нашла. Тут я должна буду копать. Так, монетки. Монетки, это нормально. Это нормально. Ой, блин, на самом деле, просто заразил уже этот фильм. Капец. Не. Мне не нужно. И фраза про котов. Я тоже теперь ее говорю. Какая фраза про котов? Ты никакая. Так, это все сломать, из этого построить, да? Начальники. Понятно. Лестница построил. Понятно. Масте. Так, я направо пойду. Мне норм. Вот такие увидишь, бей. Понял? Вот такие вот увидишь. Ну, я еще тебе дал в щи. Ух ты, что это? Мистрию. Нет, вообще, ух ты. Не понял. Doesn't matter. Нет, 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 нет. Ну зачем ты взял? Ты же не знаешь, что с этим делать. Я знаю. Вон туда его. Ты что, бросил? Ты бросил камень? Ага. О, господи Иисус. Ну, ладно. Так, подожди, отойди. Интересно, для чего он? Так. Надо было, наверное, камнем. Наверное, да. Угу. Какой иди. Камень? Какой пацан. О, господи. Пацан, Викокс. Какой пацан? Так, вот, смотри. Давай, ну, молодец. Блин. Давай, спрыгивай обратно. Ну, твою ж дивизию. Надо. Чик, чик. Голому там туго приходится. Я буду первым. Да-да-да. Монетки откуда-то стали появляться. Внезапно. Да блин, чё я не могу бить? А, это Мифрил. Мифрил, ну ты капец. А что за цепь тут? Мы все никак не можем зайти. Мы просто почему не идем там делать себе всякие штуки вне игры? Потому что мы переживаем, что может там что-то включиться. Какой-то, да. И собьется наше... Не то, что сохранить, но что-то вы пропустите. Поэтому... Или случайно там куда-нибудь зайдем на да. сюжетную локацию. Да, тут да, же автосохранение или нет? Да. И, короче, или... Поэтому мы не делаем ничего. Для Ютуба время на это выдается там раз в 3 дня, часик. Могли бы поиграть для себя, но не делаем этого. Вот. Так. Хорошо. Оп. Я жду. Все, можешь не ждать, все молодец. Готово. Молодец, монетки, 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 монетки. Я лезу. Давай. Я сюда пойду. О.
Ты разбил, да? Да. Молодец. Я тут еще одну сейчас разобью. Вот тоже. Еще одна осталась. Вон же она. А, да. Я сажаю что-то. Что-то сажаю. Как хорошо, когда камера не сходит с ума, когда тупо делится экран. Почему они сразу по умолчанию не сделали это? Я вообще не понимаю. Почему никто раньше об этом не сказал? Будет прикольно, говорили они. Отлично. Блин, почему большая часть монеток падает я в пропасть? Я вот со сковородкой буду бегать. Окей. Так прикольно. Ого, смотри там что. Ну ты все поломал, все. Шлямал. Не видишь, шлямал. Так. У меня сковородка утонула в лестнице. Ого. Что-то, что там? Ничего? Ну так, ничего. Почти ничего. Это я. Just rest a bit. I'm all right. Yeah, you're exhausted. It's that golem. It's this place. It's that thing around your neck. I could carry it for a while. Share the load. Get away! I don't want to keep it. А этот подлец такой. О, это такая сцена ужасная, вообще кошмар. Пока. Такой, ооо. Кстати, тут по расширенной... версии, режиссерская версия игра или нет, фильма? Не знаю. Сложно сказать. Фух ты, голым, ха-ха-ха. Я был голымом вообще-то. А ты за Фродо теперь играешь. А где Сэм? Подожди. Сэм самый полезный персонаж в игре. Мы можем его, да, выбрать? Да, все. Есть, юбиляй, мастер. Хокси coming here sometimes. Оп. Конечно, да. Угу. Хорошо. Хорошо. Эти цепи. Ты видишь это? Господи. Господи, а меня не трогают они? Подожди, там наверху секрет. Ой, да кому а нужно? Тут может копать только Сэм. Твою да. Дивизию. Бедный Сэм. Ой, пак. Як. It's casting. С помощью фиала, Фродо. Так, где еще тут не то? А, туда нельзя. Ой, ой, они прут ко мне. Они атакуют меня, мастер. Ой, прикольно. А, меня за что? Че я нашла? Че, я письмо нашла, да? Я не знаю, что ты нашла. Да, я письмо нашла. Конверт. Возможно. Я не знаю, что с этим делать, поэтому ладно. Я как твоя верная собака. Скачу. О, пакость. Какая прелесть. Ааа, возьми меня. Ну. Это мы не могём. Да. Это кто-то большой мой... Я этого не видела. Окей. Я просто проигнорирую это и выйду отсюда. Нафиг! Выпустите меня! Обожаю пауков, говорила она. Всегда хотела одного. Твердила она нам. Так, ну подожди, если там завалено, получается, что? Мы можем пойти, наверное, вот сюда. Мохнатое брюшко. Нет, не можем сюда. Мохнатые лапы. Да. Маленькие бляшки глаз. Погоди, может мы что-то... Подожди, о, наверное... Наверное, да, пошли обратно. Ну, наверное, туда всё-таки. Наверное, туда. Но мы должны сделать что? Поломать его? Ну да. А! О, смотри, у нас сколько монеток. Ну, ладно, чё. Черепа как-то вообще... не то. О, смотри, их нужно согнать. Кого их?
Вон там пауков на этой штуке. А, мифрил. Как и обычно. Ждет прекрасный, приветливый иди, паук. Иди туда. Ага, а дальше? Я их прогнала. А, они совсем ушли? Они совсем ушли. О, смотри, сколько этой пакости. Какая прелесть. У меня в детстве над кроватью жил паук. Да. Он несколько лет там жил. Какой тарантул? Нет, обычный этот икон. Я даже ему имя дала. Его звали Вася. Хорошо. Я просто помню, как-то раз она мне написала про у всех были воображаемые друзья, а у меня был Вася. Ну да. Про мухоловку написала мне. Ой, не напоминай мне. Это такие многоножки, огромные, такие агрессивные и очень кусачие. Они на мух охотятся. У меня на стене там есть рассказ про переписку с мухоловкой. Ой, это капец. Фу, у меня такая паника была. Они такие приятные на вид. Это единственное, чего я боюсь. Ага. Конечно. Отдай! Это моё. It's mine. It's mine. Mine. Come, master. This way. Смотри. Ух ты, прикольно. Так, что-то там как-то... Yes! Yes! Что-то там как-то так стремновато. Ну, вон она! Фродо, ты дебил! Ты что, не видишь куда? Главное, видит, показывает, да, ее, и все равно туда прет. Нет, но Голлум же ему обещал, что он проведет его через эти тропы. Вот он идет за Голлумом. Наверное. Угу, ну да. Но... А вон типа свет уже, да? Угу. Че кажется? Вон выход. Куда ты лезешь? Мои монетки! Мои монетки вообще-то. Ну иди сюда. Смотри. Откуда он свалился? Сверху. А-а-а, пакость. Не оставляй меня. Знаешь, что странно? Что? То есть получается, что деление экрана будет происходить даже тогда, когда не нужно? Нет. Был момент, когда... Было, да? Когда в общем? Да, когда экран был в общем. Ну-ка давай попробуем ради интереса. Ну, как-то так. Видишь? Короче. Ну да, есть проблема определенная. Ну, ладно. Включи обратно, то, наверное, или не надо, я не знаю. Да пока пусть так. Если опять с ума начнет сходить, да, то выключи. Так, собирать. Я собираю. А ну, что ты? Оп! Такие, оба сначала туда. Монетки по тысяче. Да, они были мои. Ой, я сейчас чихну. Я не чихну. Никогда не забуду, как Джек Шепард смеялся. Надо. Так, это надо ломать, нет, не надо? Ну, пока что я вроде вижу дорогу вперед. Не, я просто думал, может, что-то собрать надо из того, что... О! Видишь, я же сказал. Что дальше? Это что? Я полагаю, что это... Еще нужно кинуть. Да, подожди. Моё! Отлично. Это противовес какой-то был. Монетки. Ну да. Он так еще бежал в фильме такой? Да. Бежит и так тупо-тупо вломился, там, что аж ноги в воздухе висели. А вот эта песня жуткая Голлума. Ты опять ударил микрофон. Простите. Простите, пожалуйста. У меня глаза нет? Угу. Да. Угу. А почему Голлум? А что Голлум со мной? А кто я? Я Голлум? Да, ты Голлум. Ау. Смотри, какая пакость. Ой, хуй, я врезался. Собирай, собирай. О. Там была сиреневая монетка. Ничего, ничего, сиреневенький. Давай. Давай. Ломай все, что видишь на своем пути. За это что-то вам дают. Неважно. О, смотри, она близко уже. Нет, тебе показалось.
Вот, это сейчас бой будет. Фу, тут голым такой именно жуткий. Ва. Да. Последняя часть «Властелина колец» такая жуткая, что даже тут ее не этот... юмором не наполнить больно. О, такая депрессивная. Такой... Ля! Ну да. I know. Поэтому я тебя послал. Так, пошли. Это чё? Чё это такое было? Это ж орки их потом нашли. А, подожди, вообще было не так. Шелла поймала Фродо, и она его жала. Отравила, типа, Сэм, когда его нашел, ну, он подумал, что он мертв. Он забрал кольцо и пошел дальше. А труп Фродо нашли орки. Ботаны. Ботаны кругом. Ну, не труп, а тело. И тарабанили туда. Смотри, у нас 924 тысячи. Или как-то так, я уже не помню. Смотри, мы собрали опять одну штучку. Одну штучку. Чертежи. Пищащие. Это чертежи! Это не кон... Это чертежи! Это конверт с чертежами. Да, и по этим чертежам приколи. Ну... Ну, вы поняли, я как обычно. Угу. Я как Артур, короче говоря. Да. Короче говоря, давайте на этом завершим сегодняшнюю серию. Угу. Я все-таки подумал, и лучше делить на серии именно с прощанием и с приветствием. Да, потому что многие обижаются. Да, потому что и мы маленько освоились уже, и все к нам привыкли. Так что увидимся. С вами были Даша и Артур. Пока. Пока, всего хорошего. You're not gonna take what they